Здравствуйте, с вами Павел Колесов. Я сейчас нахожусь в Барнауле, приехал на тренинг Джана Беккио по гипнозу. И сегодня я хочу дать вам одну мысль по поводу обучения. Если вы последний раз читали книжки ВУЗе, если после этого вы читали только комиксы, убейтесь об стену, идите нахрен, в общем, вам в жизни уже ничего не поможет. Я обращаюсь к людям, которые понимают, что если вы хотите чего-то большего добиться в жизни, в деньгах, в отношениях, в карьерном росте, в условиях жизни, вам нужно учиться. Это неизбежно. Если у вас чего-то нету, если у вас чего-то в жизни нет желаемого, скорее всего, просто чего-то не умеете. И, соответственно, для того, чтобы у вас это что-то получилось, нужно этому научиться. Поэтому, начиная на таком самом-самом лайт-уровне, люди читают книжки. Ну, это лучше, чем вообще ничего не делать. Но книжки, к сожалению, они дают вам информацию, но они не дают вам навыков. На втором уровне люди начинают посещать какие-нибудь там тренинги в своем городе, там семинары, конференции. Это тоже хорошо, но этого мало. Потому что, надеюсь, понимаете, чтобы научиться делать того, чего вы не умеете, скорее всего, вам потребуется значительное вложение, в том числе деньгах. И вот третий уровень, на котором я в том числе нахожусь, когда вы чему-нибудь учитесь, вы, во-первых, вкладываете в это деньги, и если вы хотите чему-то научиться быстро, самая лучшая стратегия – это заплатить. Почему? Потому что деньги вы сможете заработать, время вашей жизни вы только тратите. Если вот вы за этот год чему-то не научились, все, этот год уже ушел, вы его никак вернуть не сможете. Так вот, на втором уровне, когда человек, находясь в своем городе, идет куда-нибудь на обучение, но этого мало. Следующий уровень – это когда вы не только инвестируете деньги в свое обучение, это когда вы инвестируете еще и время в свое обучение. То есть, когда вы не только тратите деньги на оплату там, курсов, семинаров, тренингов, а когда вы в это же время не можете работать. Потому что, например, сейчас я нахожусь в Барнауле, и здесь вот с утра до вечера я занят на тренинг. Я не только, в общем, проинвестировал деньги в эту поездку, в это же время я мог где-нибудь в другом городе вести тренинги, там, какой-нибудь коучинг, консалтинг, но я выбрал ехать именно сюда и учиться здесь для чего? Как раз для того, чтобы быстро взять те инструменты, техники, которые дают, и внедрить их в свою практику. Соответственно, еще раз резюме. Книжки хорошо. И если у вас совсем нет денег, книжки – это вполне нормально, чтобы вы могли хоть что-то научиться, хоть какие-нибудь техники взять и начать внедрять в свою жизнь. Второе, когда вы начинаете инвестировать деньги в тренинги, семинары в своем городе. И третье, это когда вы инвестируете не только деньги, но еще и время. Когда вы осознанно отказываетесь от возможности заработать деньги для того, чтобы сейчас получить какие-то ценные инструменты, которые потом в будущем принесут вам результат. К сожалению, не все люди этого понимают. Большинство людей хотят результат, да, вот прямо сейчас дайте мне волшебную таблетку, я ее сожру и моментально стану счастливым. Надеюсь, понимаете, таких волшебных таблеток нет. Ну или, по крайней мере, я про них и знаю, я их ищу. Я, в общем, тщательно это разбираюсь, что может работать. Но такое, что вот с одного раза все получилось. Если бы такое было, если бы такая таблетка на самом деле в мире существовала, все бы были же миллиардерами, богатыми, красивыми, там, с кучей парша. Но, к сожалению, мы как-то такого не очень наблюдаем. Соответственно, для того, чтобы вы могли добиться того, чего вы хотите, скорее всего, вам придется делать какие-то шаги. И эти шаги, ну, почти наверняка связаны с обучением. Обучением, управлением людьми, ставить цели, делегировать полномочия, наводить неформальные трансы, работать с самим собой, договариваться, там, самогипнозить, в общем, тем очень много. Соответственно, пожалуйста, вам простое задание. Прикиньте, чего вы хотите, то есть в отношениях, в карьере, в деньгах, и задайте себе вопрос, а что вы пока что не умеете? То есть каких навыков у вас пока что нет? И когда вот этот вопрос себе зададите, скорее всего, вы на него получите ответ. Это будет тем ключиком, который поможет вам достичь желаемого. Задали вопрос, получили ответ и себе внедряйте в практику. Ставьте цели, где, когда, у кого вы будете этому учиться, сколько вам на это понадобится денег, сколько вам на это понадобится времени. Люди, которые надеются, что у них в жизни все произойдет, их жизнь так вот катит. А люди успешные, они создают жизнь. Они как раз те, кто катит остальных. Кем хотите быть вы?